Sneakerhead на блоке. Всем салют, вы смотрите 30-й выпуск на канале Sneakerhead на блоке. Сегодня будет обзор первой женской модели от бренда Air Jordan, а именно Woman's Air Jordan OG в коллаборации с дизайнером Melody Ashani. Впервые данный силуэт вышел в 98 году, через 2 года после создания WNBA. Основой для силуэта были 13-й Air Jordan вместе с этими пупырками. Вдохновением для дизайна послужили Women's History Month, месяц женской истории, WNBA и фильм Love and Basketball, любовь и баскетбол, которому в 2020 году исполнилось 20 лет. Верх был сделан из темно-серого нутбука с красными вставками. По всему верху расположены рефлективные дуги, и вишенкой на торте этой самой расцветки является дюабре в виде вишенок. Для Melody Ashani вишни символизируют изобилие, защиту и плодородие в жизни, и об этом напоминает вышивка на внутренней части язычка с цитатой Ashani. На заднике расположено лого Jumpman и лого Me, что значит Melody Ashani. На других расцветках вместо Me расположена буква W, Woman. Стельки фиолетовые, на левый лого Jumpman, на правый лого Me. Также в комплекте идут еще одна пара шнурков в рефлективную крапинку. Про технологии. Тут все просто. Мидсоль из филона. За амортизацию тут отдувается Zoom Air в передней и задних частях стопы. Протектор подметки сделан в классическую елочку. Также есть Flex Grooves. Посередине не карбон, а просто пластиковая пластина. Отдельно стоит упомянуть про бокс. Сверху расположен лого Jumpman, по бокам лого Me. Цвета здесь розово-персиково-красная палитра, которая напоминает шестые ретро в расцветке Millennial Pink, созданную другом Ashani Эли Мэй. Внутри коробка также исписана разными цитатами со всех сторон. Также в наборе идет конверт с вот такой вот открыткой. На ней расположен лого Jumpman, та же самая буква W, что и на других расцветках, плюс пупырки с 13-х Air Jordan. Дальше. Бумага здесь тоже необычная. Сверху мы видим летающую тарелку и надпись Melody Ashani. Дальше у нас рисунки, цитаты, пирамиды и снова цитаты. Про комфорт и носку. Посадка здесь удобная, по ширине стопа чувствует себя комфортно, размер подошел один к одному. Возможно, тут будут сложности с вентиляцией, так как перфорация есть только на язычке, но об этом я узнаю только когда открою сезон в этом году. Друзья, на этом все, выпуск заканчивается. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. Также в описании чекните мою инсту и подпишитесь на нее. Следующий выпуск также через неделю. Всем пока!